Сначала, конечно, мы начали и не очень хорошо, но потом мы вошли в игру, и мы выиграли, так что отдохнем еще чуть-чуть, и завтра с новыми силами выиграем, потом успеем, и все, и все это закончено. На этой неделе мы сходили к губернатору, спасибо огромное, нас встретили, нам подарили цветочки, подарки, сказали очень приятные слова, нам было очень здорово, спасибо за вашу поддержку. Вот, спасибо за вашу поддержку. Александр Столяр, да. Так что ждем вас на наших играх. Спасибо большое. Все.